Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара. И сегодня в выпуске. Газон по стандартам FIFA и новое освещение. В Самаре открылись два новых футбольных поля. Велодорожка вместо дикого пляжа и мусора. Как активисты благоустраивают берег Волги. Обед на костре и сон в палатке. Почему самарцы, как и 60 лет назад, отказываются от отдыха с комфортом? В Самарской области опубликованы первые итоги ЕГЭ. 17 и 18 июля участники могут подать апелляции в случае несогласия с полученными баллами. ЕГЭ по географии в 2020 году писали 59 человек. Количество участников ЕГЭ, набравших 81 балл и выше, выросло на 11%. В ЕГЭ по литературе в 2020 году приняли участие 986 человек. В этом году средний тестовый балл снизился. Уменьшилась почти на 4% доля участников ЕГЭ, набравших максимальное количество баллов. Трое получили 100 баллов. В ЕГЭ по информатике и ИКТ в этом году приняли участие 727 человек. Те, кто набрал от 81 до 100 баллов, в этом году больше на 30%. 10 человек написали на 100 баллов. Газон мирового уровня. В Самаре закончили строительство двух футбольных полей. Одно у 139-й школы, другое у 53-й. Теперь здесь будут проводить уроки физкультуры и тренировки местных ребят. Стадионы оснащены согласно всем современным требованиям. Построены они на средства нацпроекта «Демография». Первые голы на новых стадионах увидел Андрей Горгуленко. Футбольная команда «Крылья мечты» состоит из особенных игроков. Это ребята с ментальными нарушениями. Они уже сменили не одну площадку в поисках своего стадиона. Начинали играть на песчаном поле с камнями. Теперь свои тренировки команда будет проводить на новом изумрудном газоне у 139-й школы. Тренер команды уже заметил, ребята занимаются с огромным удовольствием. Когда новая хорошая зеленая травка, они выходят, у них сразу глаза загораются. То есть они сразу щупают траву, быстрее поиграть, по мячик покатать. То есть даже без слов понятно то, что им все понравилось. На футбольном поле размером 20 на 40 метров уложили современный 4-сантиметровый искусственный газон с резиновой крошкой. Он соответствует всем стандартам FIFA. На такой же траве проводят международные соревнования. Поле окружено забором, который не позволит улетать мячам. Установлены 4 мачты освещения. Гарантия на площадку 5 лет. Но при должном уходе поле прослужит гораздо дольше. За газоном иногда нужно следить, то есть подсывать вовремя крошку, чтобы не вытаптывалась она, чтобы борс не ломался. И тогда она прослужит там. Аналогичную площадку закончили возводить и у 53-й самарской школы. Теперь здесь будут проходить уроки физкультуры и тренировки местных детей. Директор школы говорит, что сами жители уже интересуются, когда можно будет опробовать газон. Это долгожданный подарок как для учеников нашей школы, так и для жителей микрорайона. Площадки построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. У нас чемпионат мира прошел, требования и желания появилось очень много, и в связи с этим как раз вот такие проекты мы стали реализовывать, в том числе и в городских округах. В этом году в Самарской области предусмотрено строительство 22 спортивных площадок разных форматов. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Улицу Мичурина комплексно отремонтировали уже почти на 90%. Осталось нанести разметку, поставить дорожные знаки и смонтировать ограждение для пешеходов. Этой ночью закончили асфальтировать последний участок от Клинической до Осипенко. За работами наблюдала наша съемочная группа. Валерий Хрулин самарские дороги ремонтирует уже 10 лет. Знает каждую улицу и каждый переулок. Где какой транспортный поток и асфальт какого качества нужно положить. Улицу Мичурина его бригада ремонтирует по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мастер участка рассказывает, помогает сухая, жаркая погода. А высокопроизводительная спецтехника работает, как швейцарские часы, без сбоев. Конечно, температурный режим по прибытию каждой машины. Отслеживается температура асфальта. Также навязывающие смотрим, то, что, чтобы не было спрессованных углов. Визуально катки работают, тоже отлажено уже. Есть карта, по которой сколько проходов именно каткист должен сделать. То есть каждый каткист тоже у нас с опытом работы не менее 5 лет. Верхний слой дороги составляет 5-сантиметровый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Этой ночью его укладывали на финальном участке от Клинической до Осипенко. Осталось нанести разметку, поставить дорожные знаки, светофоры и пешеходное ограждение, завершить ремонт тротуаров и газонов, а также въездов и примыканий на прилегающие дороги и территории. Улицу Мичурина начали ремонтировать в этом году сразу с наступлением тепла. Идут с опережением графика. Дорога готова почти на 90%. Все идет своим чередом, друг за другом.
и фрезерование, и установку бордюрных камней, и установку колодцев, дождеприемных, тротуаров, газонов, схемы ОДД. Причем мы в этом году старались как-то завершить вот один участок полностью 100%. Показательный это был вот участок от Масленникова до Луначарского. Мы его сделали полностью. И уже потом двигались кварталами дальше, дальше, дальше. Чтобы не вот от Чкалова до Масленникова была в ремонте весь участок такой протяженности, а делали вот кварталами. Очень даже неплохо. Ремонт планируют завершить до конца лета. Городские власти контролируют качество работ. Мы в качестве технадзора выполняем отбор проб асфальтобетонных, то есть так называемых керн, которые после этого отвозятся в лабораторию, испытываются на физико-механические свойства, замеряется толщина. В случае, если все показатели соответствуют строительным нормам и правилам, а также условиям муниципального контракта, данные работы оплачиваются. Если дорога выйдет из строя раньше гарантийного срока, подрядная организация будет ее восстанавливать за свой счет. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Сегодня свой день рождения отмечает глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Первая женщина-мэр в истории города. Коллектив телеканала «Самара ГИС» от всей души поздравляет Елену Владимировну с днем рождения. Мы желаем вам удачи во всех начинаниях и еще больше побед в этот непростой для всего мира период пандемии. Коллеги ценят вас за мудрость и работоспособность, а жители города – за способность услышать каждого и готовность немедленно решать проблему. Мы желаем вам новых побед, крепкого здоровья, большого счастья и надежных партнеров. Следующее распределение свободных мест в муниципальные детские сады Самары планируют провести в августе. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Точная дата станет известна чуть позже. Первое в этом году распределение свободных мест в дошкольные учреждения Самары на 2020-2021 учебные годы прошло 25 июня. В процедуре участвовали 27 628 заявлений. В сады отправится 11 047 детей. Из них 2372 в ясельные группы. В 63-м регионе работают свыше 400 управляющих компаний, но далеко не все они выполняют свою работу ответственно. И в таком случае собственники могут организацию поменять. Как выбрать обслуживающую компанию и не прогадать, узнавала Мэри Ялчан. Ольга Родина в доме на проспекте Ленина живет 35 лет. За это время сменилась не одна управляющая компания. Вот и два месяца назад к работе приступила новая. Прежней организации жильцы были недовольны. Подъезды не мыли, мусоропровод был забит, текущий ремонт не делался последние 3 года. И вы прекрасно понимаете, что проживя 35 лет в этом доме, он мне, естественно, очень дорог. Мне очень дорог этот двор, в котором вырос наш сын. И поэтому я всегда стараюсь принимать активное участие в общественной жизни нашего дома. В итоге жильцы решили сменить управляющую компанию. Члены совета дома обошли все 220 квартир и поговорили с каждым собственником, чтобы принять совместное решение. Выбирали год, и новые УК остались довольны. Все собственники уже видят результат. Во-первых, у нас с 1 мая приступила управляющая компания. Нам отмыли элементарно подъезды, это первое. Во дворах, значит, у нас постоянно с утра, где-то часов с 4, постоянно работают дворники. Какие-то цветочки там подсаживают, красят, допустим, эти скамеечки. В Самарской области более 400 управляющих компаний. Выбрать ту, которая создаст комфортные условия для жизни, не всегда бывает просто. В первую очередь нужно знать, когда создана компания, сколько домов находится в управлении, а также список ее услуг и их стоимость. Мой совет. Первое, что вы должны спросить у директора управляющей компании или у того представителя. Какой договор управления вы будете с нами заключать? Потому что есть модельный договор управления, который разработан Государственной жилищной инспекцией, Общественной палатой и Губернской думой. Мы его готовили, он открытый, там все прописано. Если управляющая компания готова его заключить, то, в принципе, это положительное. Управляющей компании, то есть она готова работать открыто. Важно и местонахождение управляющей компании. Она должна быть в шаговой доступности. Рассматривать нужно несколько организаций и попросить каждую из них составить предложение по улучшению обслуживания дома. Выбор управляющей организации, управляющей компании – это очень важный шаг, от которого зависит все дальнейшее существование дома и как вы будете жить в
каком доме и как вас будут обслуживать. Поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на то, чтобы управляющая компания соответствовала и выполняла все лицензионные требования, которые предъявляются действующим законодательством. Для того, чтобы сменить обслуживающую компанию, нужно за месяц до истечения срока договора направить в УК уведомление о том, что продлевать документ на прежних условиях жильцы не хотят. А подобрать новую управляющую компанию следует еще до того, как откажетесь от старой. Мария Елчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Самара вошла в рейтинг самых инвестирующих городов России. Жители интересуют акции иностранных компаний. Об этом, о ценах на вторичное жилье и о колебаниях на рынке валют, расскажет Андрей Горгуленко. Новости экономики продолжит эфир. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. В пятницу 17 июля курс доллара вырос на 0,43% до 71 рубля 23 копеек. Курс евро поднялся на 0,39% до 81 рубля 23 копеек. Соответствующие данные опубликовали на сайте Центробанка России. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,44% до 43 долларов 57 центов за баррель. Самара попала в топ-10 российских городов, жители которых активно инвестируют. В списке также Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск и Нижний Новгород. При этом в провинции интересуются акциями западных компаний, в том числе по добыче нефти и газа. В то время как инвесторы двух столиц интересуются прежде всего отечественными корпорациями. Эксперты объясняют это ростом активности банков, которые в последние несколько лет продвигают свои инвестиционные услуги, а также снижением процентной ставки по вкладам и повышением уровня финансовой грамотности. Цена вторичного жилья в Самарской области выросла. Соответствующий отчет за июнь подготовил Самарский фонд жилья и ипотеки. Согласно опубликованным данным, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составила 48 359 рублей. Это дороже, чем в июне прошлого года на 1278 рублей. Самая высокая стоимость квадратного метра вторичного жилья зафиксирована в Самаре – более 60 тысяч рублей. Самая низкая – в Октябрьске – около 23 тысяч за квадратный метр. Работники культуры получат 1 миллион рублей за переезд в село. Самарская область намерена принять участие в программе «Земский работник культуры». Ее цель – кадровое укрепление сферы культуры в населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек. По аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель». Специалисты будут получать субсидию при переезде в сельскую местность или малые города и устройстве там на работу по профилю как минимум на 3 года. В апреле Министерство культуры Самарской области направило заявку на участие в программе. Если ее удовлетворят, то с 2021 по 2026 год субсидию смогут получить более 200 специалистов. На этом все. Процветание вашему дому. Специалисты Госжилинспекции проверили состояние кровли дома на улице Малоярославской после ремонта. Жильцы неоднократно жаловались, что крыша разрушается. В результате управляющая компания привела ее в порядок. Качество работ представители ГЖИ оценили с помощью беспилотника. Подобные проверки в Самаре проходят больше года. Квадрокоптер позволяет детально рассмотреть, насколько добросовестно управляющая компания ремонтирует кровли многоквартирных домов. Жители оставляют обращение в наш адрес, инспектор сам принимает решение о необходимости, то бишь визуально осматриваем, и если действительно по тексту обращения усматривается нарушение, которое необходимо, там, это может быть элемент какого-то общего имущества, которое необходимо осмотреть с помощью квадрокоптера, то мы уже делаем вылет. В Самаре появилась возможность получить высшее образование в сфере ЖКХ. Ранее коммунальщикам предлагали только среднее. Первый выпуск из 17 человек действующих специалистов уже получили дипломы. Где можно обучиться по новой специальности, расскажет Мария Левина. Антонина Коваль видела себя в туристической сфере, но жизнь распорядилась иначе. В 2017 году она начала активно заниматься благоустройством своего дома и в итоге возглавила управляющую компанию. Увлечение превратилось в профессию. Теперь Антонина – дипломированный специалист в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Я считаю, что в системе жилищно-коммунального хозяйства очень не хватает специалистов. И как раз-таки руководителям будет очень полезно получать образование в данной области, чтобы более квалифицированно вести свою деятельность.
Валерий Быстраков трудится сантехником под руководством Антонины Коваль. Говорит, девушка разрушила его стереотип о том, что ЖКХ – это работа для мужчин. Ежедневно директор управляющей компании решает сотни задач и заботится о десятках домов. При этом от оперативности принятых решений зависит комфорт граждан. Например, будет ли тепло в их квартирах предстоящей зимой. Она обязательно, все, что не скажешь, купить, примерно там вот оборудование какое-то, там чего, без вопросов. Жильцы домов тоже довольны работой молодых и инициативных руководителей управляющей компании. Вот как девочки стали, мне очень даже нравится. Они очень добросовестные. Вот что случится, позвонишь, моментально все вопросы решают. 24 часа. Солнышко встает, они уже на улице. Что-то делают. Очень много изменений. Очень много изменений. Порядок. В этом году дипломированными специалистами в сфере ЖКХ стали 17 человек. Подобный учебный курс актуален для Самары. В городе порядка 12 тысяч многоквартирных домов. Каждому нужен профессиональный управленец. Уже сегодняшняя потребность – это как минимум 1000 таких специалистов. А по области это в 3 раза больше. Сейчас управляющих компаний много сотен по Самарской области. Но там таких специалистов ЖКХ нет. Там есть какие-то другие специальности, например, там строитель, управленец, менеджер. Но чисто применительно к ЖКХ у них всегда возникают какие-то проблемы. Программа «Жилищное и коммунальное хозяйство» – первая в Самаре, которая предоставляет коммунальщикам не среднее, а высшее образование. Получить его можно пока только в Самарском экономическом университете. Мария Левина, «События». На молодежный форум «Иволга-2020» уже подано более 2000 заявок на участие. Об этом говорили на организационном совещании, которое в Самаре провели полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Участники встречи и эксперты обсудили программу предстоящего форума. Он проводится с 2013 года по поручению президента Владимира Путина. В этом году форум впервые пройдет в онлайн-режиме с 24 по 28 августа. Сейчас идет регистрация, она завершится 28 июля. Несмотря на новый формат, «Иволга» сохранит все основные направления и даст возможность молодым талантам продвинуть свои идеи. Размер грантовой поддержки проектов победителей останется прежним. Кроме того, организаторы пригласили к участию известных экспертов. Нельзя останавливать проекты, нельзя останавливать инициативу молодежи, поэтому принципиально мы решили, что форум будет проводиться, но в измененном формате, в режиме онлайна. Это, конечно, ограничит общение ребят, которые, когда собирались в одном лагере, конечно, тяжело заменить живое общение. Но, с другой стороны, мы видим и сегодня обсудили, что и организаторы форума особое внимание уделили возможностям общения и созданием форумов, чатов, специальных возможностей. У нас количество уже поданных заявок превышает возможности, да, участия, потому что мы сохранили ту же квоту – 2000 человек. Другое дело, что как зрители, даже в режиме прямого эфира, вот оценка экспертов, 50 тысяч человек могут принять участие. А уж записи там трудно сказать. Все зависит от активности и желания. За 2 дня самарские активисты вывезли с берега Волги целый грузовик мусора. Волонтеры очищают прибрежную территорию в районе спуска лейтенанта Шмидта. Неравнодушные граждане планируют не только очистить дикий пляж, но и благоустроить его. Подробности в нашем сюжете. Ну вот, кстати, ветки, которые здесь сложены кучей, я лично взял бензопилу, немножечко почистил берег, чтобы можно было начинать уже как-то восстанавливать нашу дорожку. Управдом Юрий Авинов за несколько лет навел порядок в своей многоэтажке, а теперь благоустраивает берег Волги. Живет в сотни метров от реки и не может оставаться равнодушным. К уборке подключились активные соседи. На месте дикого и замусоренного пляжа самарцы планируют создать современную зону отдыха с велодорожкой от спуска лейтенанта Шмидта до набережной Уладьи. Мы хотим сделать из этого места уголок культурного именно отдыха, с спортивным уклоном, для того, чтобы вот до ладьи на велосипеде с коляской можно было доехать, с детьми спокойно дойти, не по стеклам, битым бутылкам, а по хорошей дорожке, которая, на самом деле позволит отдыхать качественно и культурно. Идею поддерживают многие общественники. Только за 2 дня с дикого волжского пляжа вывезли целый грузовик мусора. На уборку вышли около 100 волонтеров. Активно наводят порядок и дети. Нам этот берег важен, потому что мы здесь все живем, мы хотим гулять, любоваться нашей прекрасной Волгой, и чтобы было все чисто, потому что это опасно, и стекла, и бутылки,
За этим нужно следить, это нужно делать ежегодно. Я думаю, мы эту акцию продлим. Во-первых, сделаем сначала ее ежегодно, а потом раз-два, наверное, в год будем проводить ее в любом случае. Мы подключаем силы в обиловке деревьев, мусорные пакеты выдаем, перчатки, воду. После этого, после обиловки деревьев, мы завозим автомобили, они будут собирать этот весь мусор, эти деревья, вывозить на полигоны. Местные жители надеются, что уже в следующем году вдоль берега Волги появится велодорожка, а место станет привлекательным для занятия спортом на свежем воздухе. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Свежий воздух, красоты родных просторов и верные друзья. Этим летом горожане все чаще делают выбор в пользу отдыха в Самарской области. Съемочная группа нашего телеканала отправилась в один из старейших лагерей региона на реке, чтобы пообщаться с туристами-дикарями, которые отказались от южных курортов и проводят эти жаркие дни на природе. Подробности в репортаже Анатолия Головко. «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Эти слова из известной песни прекрасно характеризуют настрой и жизненную позицию обитателей одного из старейших туристических лагерей на реке Самаре, который организовали сотрудники Куйбышевского завода имени Фрунзе. Произошло это еще в далеком 61-м году. Тогда группа молодых людей участвовала в турпоходах и сплавлялась по рекам. Однажды они приметили небольшой клочок земли в одном из самых живописных мест региона. Так на реке Самаре появилась база отдыха под открытым небом, которая притягивает путешественников и по сей день. Бессменный сторожил дикого лагеря Валентина Поспелова. Отдыхающие называют ее просто тетя Валя. Она здесь с самого основания. Говорит, за несколько десятков лет быт сильно изменился, но атмосфера осталась прежней. В выходные дни мы устраивали себе здесь вечер отдыха. Тогда один еще выходной был. Вот. Музыки не было такой, в смысле ни баяна, ничего. И даже транзистора не было. А были, значит, у нас гребенки, тарелки, кастрюли. И под эту музыку мы танцевали. Нам было интересно и весело. Вот так вот. Спустя 6 десятков лет в лагерь приезжает уже четвертое поколение самарцев. Оксана Сидорова отдыхает здесь с детьми. Малыши собирают в лесу грибы, дышат свежим воздухом, принимают солнечные ванны и даже учатся плавать. Они купаются в реке целыми днями. Научились плавать, кстати, здесь. Это очень здорово. Теперь ходят в бассейн и свободно там плавают. За долгие годы обитатели дикого лагеря приспособили его для комфортной жизни. Здесь есть печь, газовая плита, кухня, душ и даже отдельный туалет. Но некоторые вещи остаются неизменными и по сей день. Жизнь в диком лагере совсем не похожа на городскую. Чтобы приготовить обед, первым делом нужно нарубить дрова, собрать их, отнести на полевую кухню под открытым небом, растопить печь, и после этого уже можно садиться за стол. В 60-х годах прошлого столетия туристы ставили палатки прямо на земле, собирали сено в полях, подкладывали его под основание жилища, чтобы не мерзнуть, и даже мокли под дождем. Сейчас дела обстоят иначе. Правильно установить палатку в лесу на все лето – это целая наука. У опытных туристов существует целый арсенал хитростей. Они возводят свои жилища на небольших возвышенностях. Это помогает защитить домик от холода, дождя и насекомых. Самарцы, которые решили проводить свободное время вдали от городской суеты, останутся в диком лагере до наступления холодов. Осенью они вернутся в свои квартиры, но следующим летом непременно поселятся на берегах реки и будут продолжать славные традиции туристов-шестидесятников. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. На телеканале «Самара ГИС» стартовал новый проект. Мы запустили поэтический флешмоб «Рифмы жизни». Прочитайте любимое стихотворение и запишите себя на смартфон. Начать видео нужно со слов «Привет, Самара ГИС». Присылайте видео на почту, указанную на экране, или делитесь им в своих соцсетях с хэштегом «Рифмы жизни ГИС». Лучшие выступления мы покажем в эфире. Теперь смотреть телеканал «Самара ГИС» можно и в телефоне, из любой точки мира и в любое время суток. Онлайн-вещание, самые свежие актуальные новости, а также полная телепрограмма в один клик. Все это доступно в нашем новом приложении «Телеканал «Самара ГИС» для iOS и Android. Скачайте его прямо сейчас в App Store или в Play Market. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего вам доброго и отличных выходных! We'll be right back.